В Иркутске из-за многочисленных нарушений снят с должности начальник СИЗО-1. Напомним, в нескольких учреждениях ГУФСИН проводилась проверка после выявления фактов незаконных действий со стороны сотрудников колонии, а также осужденных, действующих по их указаниям. Речь идет о пытках, побоях и сексуальном насилии. Возбуждено несколько уголовных дел. Кроме того, отстранены от работы еще два руководителя СИЗО и заместитель начальника исправительной колонии номер 6.